Привет, ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Fallout 4. И мы нашли вот эту интересную локацию, где есть спутниковые тарелки и много супермутантов. Кстати, вот эта штучка мне почему-то напоминает силовую броню, очень истлевшую и превратившуюся в траву. Я не знаю почему. И вот теперь квест. Квест, в котором нам надо найти другие маячки, мне непонятен. Потому что вроде нам говорят, вот найди их, а я не знаю, где их искать вообще. Совершенно непонятно. Мы прослушали голографическую запись скриптера Фариса, да, но от этого задания понятнее совсем не стало. Предлагаю из раздела «Разное» убрать все самое ненужное и попробовать здесь обратить внимание. Может быть, еще есть какие-нибудь паладины с маячками. Не, ну правда, вдруг такое возможно. Цепи супермутанта. Нет, спасибо. Кстати, мы тут еще не успели побывать, да. Вы это уже, наверное, заметили. Это по-любому только на пользу пойдет. Скажу я вам. А, значит, там мы были, тут только что побывали. В том месте тоже были. Ну, в принципе, все. Здесь больше ничего такого-то интересного вроде и нету. Мы тут все помародерили, так хорошенько поизучали. И это приятно. Да, очень-очень приятно. Но по заданию все равно не совсем понятно, что надо делать. На тренировочной площадке Национальной гвардии покоились останки женщины-солдата. Возможно, если я осмотрю сектор, то смогу узнать, что произошло с остальными членами ее отряда. Угу. То есть, возможно, нам нужно посетить снова тренировочную площадку. Ну, блин, это так муторно. Пипец. И очень-очень неудобно. Скажу я вам. Да. Кстати, мне интересно, а что это за такая локация Кайф-Сити? И почему я совершенно о ней не помню? Вот абсолютно ничего не помню. Когда мы там успели побывать? Название очень интересное, по крайней мере. Так. А, все вспомнил. Тут рейдеры, которые скачки устраивают, да? Угу. Ну что, ребят, гвоздомет вас ждал. Точное попадание. Ну же. Опа, слушайте, срубили. Ой, псина. Тихо. Замечательно. Я сначала думал, что не попал, или урон мне нанес, а потом бац. А это просто противогаз оказался прилепленным к стене. Так, гангстер. Отдыхай. Так, где остальные ублюдки? Да на тебе, гаденыш такой. Надо тут сейчас все зачистить по-хорошему-то. Потому что не люблю я рейдеров очень сильно. И надо с ними вообще, в общем и целом, разбираться с этими свиньями. Ну чё ты? Чё ты тут постреливаешь-то? О, как эпично, и левел апнулись даже, да? Ага. Замечательно. Ну, естественно, тут даже раздумывать не над чем. Фанатика мы прокачаем... А, нет, не фанатик оружия, а науку. Угу. Теперь мы можем делать самые крутые модификации для науки. То есть, если мы прокачаем оружейника, то можно будет смастерить джетпэк для силовой брони. А вы понимаете, насколько это круто, правда? Патрон для дробовика, это очень хорошо и полезно, поэтому понятное дело, что отказываться от него я не стану. Зачем же отказываться от патрона для дробовика, согласитесь? Не понял. Так. Это кто это тут? Рейдер-тварь.
Еще кто-то будет? А, у вас тут еще несколько. Еще турелька даже. Ага. Ладно. На всех хватит гвоздей. Ок, ух ты, как круто, ребятушки. Блин. Так, турель. Как же далеко улетела эта башка. Куда она там прицепилась-то? К какому деревцу? Блин, тут даже... С какой позиции мы стреляли? Вот отсюда. А, давайте, ребята, приезжайте. Блин, охереть можно. Слушайте, вот это реально круто было. Очень эпично. Это ж нужно было так прилепиться-то, прям тютелька в тютельку. Но кто там стрелял? Еще турель одна. Я не сразу разобрал. Пометка есть. Так. Да нет. Эти ребятушки, они нормальные. Это все рейдеры виноваты, я знаю. Где лестница здесь, ведущая на другой этаж? Давайте, покажите мне ее. А, вот оно что, да? Энергичный Эрни. Сейчас будет уже немножко другой Эрни. Пришпорило его классно. Да, скажу я вам. Как теперь локация зачищена? Да, замечательно. Но все-таки лучше подсветочку-то включить. Потому что без нее неуютно собирать предметы. Очень. Терминал клуба. Пока еще рановато его вскрывать. Нужно найти пароль. Скорее всего, он у этого... Эрни или как его там? Крикуха какая, я уже забыл. Вот тут, кстати, по-моему, рейдера давно уже убили. У них тут уже все пипец. Или это я их убил? Ну, это, суть не меняет. В любом случае, они уже готовенькие. Тут уже мухи вокруг них роятся. Прикольная, кстати, фишка. Здесь, когда кого-то убиваешь, через некоторое время над трупом начинают роиться мухи. Бутылка из-под ядер колы. Нет, это не то, что нам надо однозначно. Пожалуйста, покажите мне здесь лестницу. Неужели по этому помосту надо идти? Скорее всего. Я думаю, что именно так и есть. Блин, а ведь ребята могли здесь все облагородить. Сделать реальный тотализатор. Вместо этого устроили тут какую-то гоп-компанию. Гоняют роботов по кругу. Совсем долбанутые. Идиота. Я слов не... Ну, когда у людей нет мозгов, это... Ничем не объяснишь вообще. Объяснений тут просто никаких быть не может. Просто как... Человек не дружит со своими мозгами. Вот и все. Ментаты, антирадин. А, ядерный блок это хорошо. Всегда прекрасно. Но нам не сюда все равно. Папка. Нет, спасибо. Обгорелый журнал, мод. Нет, вы мне лучше дайте какой-нибудь журнал свежий. Да, вот. О. Это, наверное, мы его, да, так. Свежий журнал, это очень хорошо. Это всегда классно. Какие-нибудь новые там навыки. Круто же ведь. Почему нет? Может быть, пупс какой-нибудь тут есть? Нет, тут только, к сожалению, пока гладкоствольный пистолет. Снова сложный терминал. Увы. Стеклянный кувшин? Нет, это бумага же ведь. Ну, ладно. Так, ключ энергичного... Вот пароль мне от тебя нужен, да. Пистолет-пулемет? Не совсем круто, я даже брать его не буду. Чистый коричневый костюм. Нет. Мужик, ты лежи тут, отдыхай. О! Современные замки. Вам будет легче вскрывать замки. Да куда уж еще легче-то, и так легко их вскрываем. Ну, ладно. Если еще легче, так это вообще замечательно. Я только за. Чуть пока что незаметно, что легче, или это просто я немножечко схалтурил. Кто же знает. Got it.
Бафалт, медрикс, осколочная граната, мина, позолочная зажигалка, радык, серебряная вилка. Прекрасно. Все это можно будет продать выгодно. А тут... меня, кстати, спрашивают, почему я именно так вот все собираю, а не вот так вот в быстром меню. Потому что здесь я могу подробно ознакомиться с тем, что предлагают. И определить, допустим, нужно ли брать вот этот вот револьвер или нет. Выгоден ли он или нет. То есть, допустим, вот этот револьвер не выгоден, и я его брать не буду, соответственно. Ладно, что случайно взял. Пупс, может быть, тут где-нибудь есть пупсик, я его не заметил. Не суть как важно, ведь у нас здесь есть терминал. Мне даже интересно, что здесь такое. Какой-то он багованный немножко. Так, давайте мы гонку тогда с вами остановим. Или же нет, или изменить маршрут. Гоночный маршрут. Патруль охраны лагеря. Скрамблирование маршрута. Что? Не совсем понимаю суть. Изменить параметры наведения. Боевые ограничители. Давайте отключим их. Что происходит? Роботы, короче, озверели. Ладно, знаете, чем здесь попахивает? Здесь попахивает буфаутом, скажу я вам. И всякими различными примочками. Винтами, дексами, ментатами, очищенной водой, психо. Стимуляторами. Убью, суки. Давай. Ой. Ой-ой-ой. Быстро, быстро. Ёп. Иракес. Блин, спокойно. О, тело. Когда мы там последний раз сохранялись? Давненько, да? Давненько, ну ладно. Мне не очень хочется этих роботов уничтожать. Они нормальные. Все-таки по своей структуре, да, так будет правильнее выразиться. Они не агрессивные. Они не агрессивные совершенно причем. Давайте мы тут по-быстренькому всех перебьем. Даже не будем с них ничего собирать. Слушай, уйди нахер. Даже не будем время тратить. Давай, перезаряжайся. Нахер. И... кто там еще? А, это этот крысеныш. Хорошо, специально для него. Давайте поднимемся тогда. Сейчас мы его навестим. Ну, то есть патронника можно взять. Ядерный блок, ядерный мини-заряд. Да. Что-то я его даже и не заметил. Он как-то там притулился так. Скрытно-скрытно. Ну что, мужик, Эрни. Я иду навстречу на рандеву с тобой. Мы сейчас с тобой все обсудим. Всю ситуацию, я думаю, ты будешь доволен. Да? Правда же? Вот, прекрасно. Ой! Чё это? Ну, не говори, что мне за тобой нужно тащиться. Ну, как же так? Ну, почему? Блин. А бошку... бошку там пришпандорило. Вообще, на крышу. Ладно. Пароль. Окей. Ну и ключ тоже возьмем, чтобы лишний раз в сундуке не копаться. Фиг бы с ним. Так, ребятушки.
Не знаю, мне нравится эта локация. Она сама по себе очень даже положительная. Если не брать в расчет рейдеров. Но рейдеров мы убили, поэтому тут уже, в принципе, прикольно очень все. Что это такое? Ага, мне показалось, тут голозапись какая-нибудь. Нет, это не голозапись. Совершенно нет. Ой, ёпта. Что-то баги тут вообще пипец. Причем Эрни лежал в другой совершенно части только что. Как так? Что происходит вообще? Ключ энергичного Эрни, да? Наверное, лучше как-то перезагрузиться, потому что такие баги, они, как правило, совсем неприятные. И если появляются, лучше... Ох, блин. Эта игра не любит гвоздометы, да? Походу, да, точно вам скажу. Но зато... Зато... Мы знаем, что, скорее всего, этот трупешник тут через какое-то время тупо исчезнет. Не знаю, может быть и нет. Это все-таки ключевой персонаж. Но... Фиг его знает. Ну, в общем, любит игра баговать очень. Да, баги игра любит. Отменно причем. Да и ладно, и фиг с этим Эрни. Гангстер. А, я понял. Тут несколько багов. Сначала подумал, что это именно этот Эрни. Нет, Эрни там валяется. Значит, именно вот эти гвозди багуют таким образом. Угу. Ну что? Ладно, буду знать. Еще как буду знать. Где тут сейф? А. Да. Из сейфа, на удивление, все пригодилось. Это прикольно. Давайте мы сейчас еще раз полазим в терминальчике. Может быть, что-нибудь интересное найдем. Так, активируйте зерных роботов. Вот это тоже прикольно. Железный древосек, ядерный причуда, леди Лавлейс. Вот так. То есть теперь еще появятся какие-то дополнительные роботы, возможно. И это... Это круто, ребят. Это замечательно просто. У нас тут вот еще вот этот терминал. Что в нем? Неужели вся та же самая инфа? Управление роботами. А, ну да. То же самое абсолютно. Хотя могли бы сделать этот тотализатор. О, такой шустрый пацанчик. А вот мне интересен, знаете, какой вопрос? А помните, меня порадовало, как мы рейдера с вами подстрелили? А хотя нет, я же его подстрелил, а потом перезагрузил игру. Угу. Тогда окей. Я что-то про это забыл совершенно. Что у нас там с весом предмета? Да, с весом, конечно, крутовато. Но прежде чем идти в санктуари, я предлагаю посетить добрососедство. Потому что это уже давно надо было сделать. Продать там все ненужное и вернуться в санктуаре, сложить весь хлам и пойти по квестам от института. Но нужно это сделать обязательно. Ты слишком долго любишь трепаться для робота. Я удивлен даже этому. Так, значит, оружие. По оружию я по-прежнему ищу гауску, было бы просто великолепно, но я почему-то думаю, что, скорее всего, гауску я... Опа! Так, пробивающий силовой кастет. Нет, это не так уж и круто. Я почему-то думал, то, что силовой кастет это и есть гауска, но на гауску не совсем похоже, как оказалось. Ну и ладно, ну и ладно. Из боеприпасов, ну мы вроде так боеприпасов-то не шибко тратили. Что мы будем продавать? Мы будем продавать оружие, продвинутый боевой... Нет, боевой дробовик не надо. Импульсную грену, импульсную мину.
компенсированный, нет. Оглушающий супермолот, нет. Естественно, осколочную грену, да. У нас их, кстати говоря, много. Вот так вполне себе сойдет. Потом дальше гвоздей можно взять немножечко. Патронов 45-го калибра. Вот. Замечательно. А далее, что будем продавать? Осколочные, осколочные мины, плазменные гранаты. Пусковая установка, да, продаем. Штурмовой карабин, да, продаем. А потом супермолот, да, продаем, само собой. Угу. Хотя, как оружие, оно очень интересно. Все, с этой бабой мы подторговались. Из-за одежды нет ничего такого особенного. Это жалко, что тут опыт не дают за торговлю. Было бы реально прикольно. С тобой мы даже не будем торговаться, потому что в этом смысла никакого совершенно нету. Теперь нам надо идти в санкчуаре. Жесть, мы столько всего открыли на глобальной карте. Я очень удивлен, много локаций. Очень-очень много локаций. Давай. Весь, вроде как, лишний вес мы с вами убрали. 10-миллиметровый мы убираем. Меч китайского офицера тоже убираем. Теперь нормально получается. По одежде ничего лишнего нету. Очищенная вода, стелс-бой. Их мы убираем, естественно. Разное. Неужели из этого ничего нельзя убрать? А, ну, конечно, шпильки, конечно же, мы убрали, да? Нетушки, давайте-ка. Шпильки-то отдайте обратно. Безобразники такие. Еще теперь нужно... О! Их найти. Хотел я сказать. Предметы. Все. Все. То есть самое нужное мы с вами положили сюда. Можно, конечно же, модифицировать несколько стволов. Все-таки мы науку прокачали-то, да? Но нет. Давайте мы сначала прокачаем все. Сделаем необходимые условия для джетпака, а потом уже будем все прокачивать настолько, насколько это можно. Теперь, помните, у нас было задание сделать специальный стульчак? Так вот, он здесь находится. Вот он. Кресло матушки Мёрфи. Трон какой-то, прям ты подумай. Нифига себе, еще опыта за это дали прилично. Улет. Вот. Так, Брамин, это не для тебя тут домик. Нет, это не для тебя. О, вот мне всегда было интересно, как тут все это. Да, вот прикольно, слушайте. Класс, да? Да, пёсер. И очень-очень круто, когда светло. Правда, по времени вроде рановато еще, да, чтобы народ стекался на койке. Хотя нет, они вот как раз все сходятся потихонечку. Что у нас, кстати, по народу? Людей не так уж много. Но лимит еще при этом не превышен. Вообще. Тебе нужен дар? Он говорит мне, что на этот раз заглянуть в твою судьбу помогут ментаты. Держи. Так, я чувствую, как дар пробуждается. На тебе белый халат, рядом с тобой ученые. Гениальные, но непризнанные. Вижу размеченные земли, великий эксперимент. Каждое испытание — новое начало. Каждая жертва — допустимая потеря. Тебя не будут любить, но ты спасешь человечество, вернее тех, кого к нему причислишь. Не обращай внимания, малыш, это все ерунда от химикатов. Со мной будет полный порядок, рано или поздно. Мама Мерфи. О, за нее, кстати, так прилично опыта дает, я заметил. Это прикольно. Так, квесты. Борьба с вредителями. Ну давайте, хорошо. Коли по квесту с Анклавом я не понимаю вообще, куда идти и что надо делать. Будем двигаться тогда. Уже туда, где были. Резервуар Посейдона. Да, мы там уже все посещали. Кстати, зачищали от гулей. Я искренне удивлен, почему не написано, что мы зачистили это место. По идее, должно быть написано это все. Но нет же, нет, ни хера.
Или стоп, или тут какая-то дверь есть, ведущая уже в отдельное... А, ёлы-палы. Я же с вами ходил только по поверхности, да? Я еще возмущался. Как же так, что здесь только открытая местность, а тут вон как, тут дверка есть. Ну, теперь я понял, в чем суть. Да, друзья. Ну, так это ж хорошо. Сейчас зато можно походить здесь вдоволь. Как же я люблю эту пушку. И как же здесь много гулей. Пипец. Дряни. Фу. Фу. Фу, гадость. Воняет от вас. Стекаются со всех сторон. Грязные твари. Так, рэкбист. Отдыхай давай. Синий стимулятор для поднятия настроения и тонуса. Начнем отсюда. Ну, тут уже можно, в принципе, и не торопиться шибко. Терминал. Напоминаем, что завтра детский день. Хотя протокол запрещает проводить детей на завод, мы решили в этом году устроить краткие экскурсии для ваших детей. Не более двух одновременно. Если желаете принять участие, запишитесь в список у главной двери. У входа будут дежурить сопровождающие для помощи многодетным сотрудникам более двух детей, которые хотят пройти на экскурсию. Как всегда, примите все необходимые меры безопасности. Состояние резервуара. Херовая. Понятненько. Управление дверью. Да, давай открывай дверь. Я не знаю, может быть, эту дверь можно было открыть с помощью отмычек. Ну ладно, мы и так справимся. Я правда не знаю, о какой двери идет речь. Но какая бы это ни была дверь, я в любом случае рад. Зато тут аптечка закрыта на замок, который мы сразу же вскрыли. Нет, пакет крови я трогать не буду, потому что от него толку никакого. Немножечко отвлекся. Так. Ну, радио, конечно же, включать не будем. Может быть, изоленту взять? Да, пожалуй, можно. Патрон 45-го калибра, очень хорошо. Замечательная банка. Нет, нет. Псина, что ты тут? Не возражай. Не надо, не возражай. А у тебя? О, антирадин. И изолента военного образца. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этот выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.